Так, балансировочные грузила, собранные за лето. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20, 20 и одно не свинцовое, ладно, 10 грамм, 20 грузил, еще посмотрим, сколько получится свинца из них. Железячки остались. О, слиток готов. Так, ну что ж, глянем, сколько свинца получилось. Вот он, этот кусочек в мешке. Значит, на нуле. Давай глянем. О! Полкило, блин. Неплохо, неплохо.